многие до последнего не верили, что такое все-таки произойдет. Секундочку. Хорошо, могу сказать, что время-то не позднее и не раннее. Время хайповать. Ребят! Категорически вас всех приветствую! Спасибо, что в очередной раз составили мне компанию и приехали в столь красивое место, окруженное деревьями, хвоей, елью и так далее. Заходите сюда, вас ждут сосисочки. Пообщаемся, поговорим. Попрощаемся с этим легендарным экспонатом. Проходите и не стесняйтесь. Хотелось бы вам всем напомнить о том, что каждый из вас был по своей воле на прошлом видосе. Да? И... я всем сказал то, что пацаны, как бы, да, без обид, без всякой херни, вот кто проиграет, тот проиграет, реально. Мы делаем охеренный контент, мы все более-менее финансово такие состоявшиеся, ну, как бы, да, с чем я вас и поздравляю. Вот, и у всех у нас все хорошо, и я реально рад то, что мы сегодня снимаем данную пушечку. Я не стал делать как с Мерином какой-то фильм, все-таки Мерин, пускай уже, давайте забудем про него, в хороших, добрых воспоминаниях пускай он останется. Сегодня у нас Бэшка. Сегодня, ну как, ну грубо говоря, да, прямой конкурент Житишки, как-то так вышло, да, не по своей воле, да, по воле Андрюхи, именно он упал и сделал так, что сегодня мы прощаемся с Бэхой. Андрюх, ну вообще, наверное, пару эмоций. Как ты вообще успел ты отойти? Когда ты вообще осознал, что вообще, ну типа, ты вообще до последнего понимал то, что... Да я до сих пор не осознаю, просто. Ну как это можно осознать, ну в твоей жизни, ну, в голове, бля, как это может уложиться, что машину сейчас въебут просто? Обычно было аварии, да, случаются, это горе. Ну, типа, реально горе, да, в семье. Авария там на машине случилась, пиздец там, да, там родным звонишь, пиздец, тачку въебал. Тут ты просто сегодня сам ее сюда привез. По своему собственному желанию, да? Ну, желание не имел бешеного, конечно. Брат, как думаешь, как мы ее сегодня будем взрывать? Есть вообще догадки? В смысле, как? Динамитом, ёба. Ну, на самом деле нет, не динамитом. Вот, будет гораздо красивее, гораздо приятней. Давайте пройдем сюда. Она будет сегодня уничтожаться, утилизироваться с этой планеты не классическим способом, да? Не классическим сжиганием ГТ, короче. Не как в тот раз. На самом деле, как-то продлевать этот видос. Что-то там делать, там, ну, типа, я имею в виду, интриги какие-то заводить. Смысла нету. Все и так все понимают, что этой тачке пизда сегодня. Че, пацаны, въебывай мне? Что-то соединяет тусклый свет из наших окон. Каждый в поисках прекрасного далека. И мы пиздец по-своему одиноки. Но катимся вперед по серым бетонным блокам. Вот как с Богом. Ну чё, народ, погнали! Но пульс есть, если хочешь потрогай, а? Доблесть и честь, пацан. Жизнь подносит спичку, поджигай, пацан. Пошла! Да ёбаный в рот, она такая хуйня непредсказуемая, что ужас! Я
взрываюсь за всех, кому нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываюсь за всех тех, кто на спальном, с добрым сердцем и на скале. Я с вами, факел в небо, за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываюсь за всех тех, кто на спальном, с добрым сердцем и на скале. Я с вами. Скорость забирает молодых. Дороги на айфоне и гонки на кольцевых. Тут мангалы пизду, всё. Мангалы не осталось. Живых и неживых. Молодость на скоростях, от неё не убежишь. Молодость на ножах, но у нас тоже ножи. Район расфасовал, упаковал и разложил. Адреса и этажи, тёлки и куражи. Я взрываюсь за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываюсь за всех тех, кто на спальном, с добрым сердцем и на скале. Я с вами, факел в небо, за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываюсь за всех тех, кто на спальном, с добрым сердцем и на скале. Я с вами. Спасибо тебе, братишка.